Праздничную встречу ко дню рождения первого в Одинцовском районе хора мальчиков открывает бессменный концертмейстер коллектива Елена Овчинникова, выпускница Свердловской консерватории имени Мусоргского, преподаватель по классу фортепиано. Созидательный тандем со Светланой Виноградовой, преподавателем высшей категории по классу хора и вокала, позволил создать певческий коллектив, который уже 25 лет ведет свою творческую деятельность. Хор мальчиков «Веселый ветер» стал неотъемлемой частью культурной жизни района. Подрос и второй состав «Добрые молодцы». Я хотела выступить всю жизнь, но это уже мой второй концерт. И я тут еще пока начинающий, потому что я зашел сюда всего лишь еще с ноября. И уже хорошо освоился. Я радостна, то, что я буду петь сегодня. С таким же рвением 25 лет назад Светлана Виноградова убеждала директора музыкальной школы, что создаст уникальный певческий коллектив, которому не будет равных. Все началось с 13 учеников, дальше больше. С годами хор окреп, появились первые победы, пришло признание. Светлана Юрьевна и ее воспитанники – постоянные участники областных и всероссийских фестивалей. Солисты хора – яркие дарования, которые раскрываются на сцене благодаря педагогическому таланту наставника. У нас в хоре поют абсолютно все дети, которые учатся в музыкальной школе, независимо от их вокальных данных. Уже это развиваемые педагоги. Влад Ковалев, Никита Шагай, Данила Дьячков, Илья Шелгунов. Солисты хора в разные годы покоряли российскую и даже европейскую сцены. В концерте по случаю 25-летия коллектива принимают участие и дуэт Даниил Красильников и Иван Нафиев. Каждый год идет обновление коллектива. Но наши дети уже многие стали студентами, даже в наших музыкальных вузах, таких как Институт Гнесиных. Солисты наши принимают участие в очень важных мероприятиях и очень таких солидных конкурсах, например, конкурс имени Шаляпина, конкурс имени Лемешева, международный конкурс Надежды Романсиады. Мы там тоже участвуем и достаточно успешно. Еще одно юное дарование – Тимофей Бирюков с песней «Охотник». В репертуаре воспитанников Светланы Виноградовой русская и зарубежная классика, народные песни, современные произведения. В день рождения коллектива звучат поздравления от директора Одинцовской детской музыкальной школы Сергея Шаповалова. Я хочу сказать, дорогие ребята, в первую очередь вам, вы герои. Потому что вот этот хор, который сейчас выходит на сцену, он у нас концертный, он ездит по замечательным конкурсам. И совсем недавно они ездили на очень серьезный конкурс в городе Дубна, где стали лауреатами этого конкурса. И вы понимаете, они соревнуются на равных с хорами, где хор является основной специальностью музыкальной школы. «Мы дорожим каждым ребенком и каждым голосом», — говорят педагоги. Поэтому уже четверть века в Одинцово звучат мальчишеские голоса. Задорно, звонко, искренне. Так, как могут петь дети, увлеченные музыкой. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».